вот знаете, получал, как сейчас помню, когда был дефицит, и когда одна мандаринка и один мишка на севере лежит в подарке, такое счастье было. Вот с тех пор запомнил, и все это в голове почему-то бьется. Сегодня такого же счастья от подарка не испытываешь. Дарил я не на Новый год. Самый большой подарок, можете себе представить, супруге дарил букет цветов высотой 1.5 метра и диаметром 1 метр. Это вот уже совершенно во взрослой жизни, поскольку когда рождались дети, денег таких не было, чтобы купить такой букет.